Нам казалось, что это личность, которая изменит Советский Союз в лучшую сторону. А вот на исходе его лет оказалось, что это личность, который развалил Советский Союз, развалил огромную страну, которая привел к огромным многочисленным войнам, разноусобицам бывших советских республик между народами Советского Союза. И поэтому сейчас о нем у меня не очень хорошее мнение, мнение о его жизненном пути и о его результатах. Ну, то, что Союз развалился, я считаю плохо. Союз надо было СССР не разваливать, его надо было, ну, если сравнивать с самолетом или с автомобилем, модернизировать, убрать наносное лишнее к тому периоду, что мешало. Ну, мое вот мнение такое, да. Ну, попал он в историю как человек, пытавшийся изменить страну, даже мир, может быть, в чем-то. Отрицательно отношусь к времени правления Михаила Горбачева. Он сделал много вредного для нашей страны. Мы теперь расхлебываемся. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.